Сейчас 7:58. Выехали мы где-то 7:30. Решили свернуть, поехать по Носовихинскому. Но тут тоже, конечно, пробка. А вот и бутылочка из фикс-прайс пригодилась. Вот сюда ее поставим с собой. Взяли водички, налили. Ну, вроде поехали повеселее. Из пробок уже выбрались. Слава Богу. Сколько там градусов на улице? Один градус. А, вот, да, один градус вижу. Холодно. Вот здесь вот у нас такое большое озеро. Тут очень-очень много чаек. Сейчас что-то... А, вот там плавают вдали. Две штучки. И вон еще одна сидит. Ну вот. Вот эти вот наши дачки. Подъезжаем. 15 апреля. А у нас, видите, все еще снег. Но это еще мало. А то бывает и до мая вот здесь лежат сугробы. Хотя эта зима была и снежной вроде. Эту гортензию, конечно, вот эти вот соцветия, они такие красивые. Да? Ну, сейчас все вот это вот буду обрезать. А то и вот эти ауреи, конечно, они очень красивые, правда? Смотрите, какие золотые. Лапчатка. Тоже спирея. Барбарис. 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 А вот ивушки шаровидные, которые мы стрижем. Вот она даже и форму-то сохранила. Кругленькую, да? А вот это вот такая... Вот тоже немножко сохранила форму. А вот дёрен. Мы его тоже шариком стрижем. Смотрите, у него какие красные веточки. Прелесть. Смотрите, как интересно. Вот это слива растет. А что под ней лежит? Шишки. В душе тут все, конечно, завалено. Вот эти столы, которые будут стоять. Все-все у нас тут завалено. Бардак. Девичий виноград. Вот здесь уплетает, тут прям стена его получается. Так здорово. На даче еще... Все у нас тут зачехлено, еще ничего открывать не будем. И вот муж топит печку, чтобы было потеплее. Вот так. Печка разгорелась. Сейчас в доме будет потеплее. Можно тогда чаек поставить. Чайничек вскипел. Заварим чайку сейчас. Чай у меня вкусный. Зеленый это, поэтому он такой бледненький получается. Вот так. А прям над печкой мы повесили вот такую флейту дождя. Послушайте. Здорово. Горячий воздух поднимается. И вот эти вот трубочки начинают двигаться и стучать. Издавать такой мелодичный звук. И мало того, еще и печка трещит. О! Класс! Класс! Ну все, уборка началась.